Условия воспитания, собственно, были спартанскими. Он не носил какой-то тесной одежды. Температура в комнатах всегда была 14-15 градусов. Александр I, сын императора Павла. Сразу после рождения его забрала у родителей бабушка Екатерина II. Она мечтала воспитать внука идеальным государем. Приход к власти в результате цареубийства. Война с наполеоновской армией, восстание декабристов. Историки уверены, биография Александра I незаслуженно очернена. А ведь в ней немало светлых пятен. Александр I действительно держава-восстановитель. Это человек удивительный. Человек, который до сих пор не разгадан. На выставке в музее-заповеднике Пушкина представлены более 200 предметов из фондов Бородинского военно-исторического музея-заповедника. Здесь можно увидеть уникальные документы, подлинные манифесты Екатерины II, Павла I и самого Александра. Мы привезли сюда несколько живописных портретов и вообще иконографию Александра I представили. Очень интересным, как я считаю, является портрет юного Александра, Александра Павловича, еще великого князя, работы кисти художника из круга Левицкого. Он не очень часто покидает фонды нашего музея. Я вам даже скажу, что он у нас ни на одной выставке, в экспозиции у нас не экспонировался. Особое внимание посетителей привлекают образцы обмундирования и снаряжения российской императорской армии. В одной витрине калет кавалергарда, в другой – доломан лейб-гвардии гусарского полка. Доломан – это нижняя куртка гусара. Он украшался шнуром, тесьмой, 5 рядов пуговиц здесь, всего их 122 на этом мундире. Гусары относились к легкой кавалерии, действовали как в конном, так и в пешем строю. Выставка «Александр I. Великодушный держав-восстановитель» посвящена 220-летию воцарения императора. Она будет работать в музее-заповеднике Пушкина до середины апреля. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».